Дорожные инспекторы провели операцию «Ночной город». Патрульные дежурили вблизи развлекательных заведений и на аварийно опасных участках дорог. За время рейда выявили 40 пьяных водителей. Так, в 2 часа ночи неравнодушные МЧи позвонили в дежурную часть и сообщили, что в Старом Кировске нетрезвый мужчина сел за руль «Жигулей». Экипаж ДПС начал погоню на улице Мельничной. В «шестерке», кроме водителя, находились еще 2 человека. Остановимся по-хорошему, стрелять он был. Полицейские не торопились стрелять, давая беглецу шанс одуматься. Гонщик свернул на улицу Казахстанскую, где «шестерка» увязла в снегу. Водитель попытался сбежать, но пьяная голова помешала ногам. В ходе проверки установлено, что водитель 86-го года рождения, амич, управлял транспортным средством с признаками опьянения, однако от прохождения медицинского свидетельства не отказался. Кроме того, в отношении водителя составлены административные материалы за неостановку по требованию сотрудников полиции и за отсутствие при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения. По всем материалам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.